Горячими плясками и красивейшим караваем только что из печи пришли гости на юбилей к Ольге Смоляровой. Мы вот в этот день, ваш юбилей, пришли вспомнить эти годы, поблагодарить вас за то, что вы честно и добросовестно работали и отдали много здоровья и сил нашему предприятию. Кормили хлебушком лобинчан. И они вам благодарны за ваши золотые руки, за ваше отношение к делу. Здоровья вам желаем, силенок побольше, чтобы вы крепенько-крепенько на ногах стояли и пожили столько, сколько Бог отвел. А сколько себе заказали, столько и проживите. Ну, в здравии добром, при силах, при энергии. К поздравлениям присоединилась и председатель 4-го микрорайона Галина Игнатьева. Мы тоже очень рады поздравить вас. Мы гордимся тем, что в нашем микрорайоне живут такие люди. Мы с удовольствием, за большой душой, теплом к вам пришли поздравить вас своим юбилеем. Надеемся, что и следующий юбилей вы также нас будете встречать. На хлебозавод Ольга Николаевна пришла, когда ей было 27. Всего отдала на предприятие почти 40 лет своей жизни. Сначала пришла, начала, формы мазала. Формы мазали вручную тогда. Вот. Потом на разделке стояла, потом на печке. Потом поехала учиться. Закончила Московский технологический хлебопечение. А потом и на разделке стояла, вручную тогда разделывали. Всего досталось вот так. В масле были и грязные, и все, всяко. Ольга Николаевна на заводе работала в разных должностях, на многих ступенях производства. Полностью знает весь процесс хлебопечения. Мастером работала, технологом. Ну, в общем, и дрожжеваром. Все какие там процессы есть, я все прошла. Все, все нужно про это. Любовь ко всему. Вот к любому. Я мазала формы, это так усердно, хорошо старалась. Потом на печке. Вот печка – это основное, мне кажется. На хлебозаводе не забывают бывших сотрудников и по возможности уделяют им внимание, тем более в такие важные дни, как юбилей. Помним о своих ветеранах и о таких замечательных людях, как Ольга Николаевна. И, конечно же, приятно нам прийти их поздравить. Радуемся, когда видим их здоровыми, более или менее крепкими. Чего, конечно же, желаем всем пенсионерам нашим. Ну и, естественно, конечно же, благодарим за их труд. Желаем всего хорошего. И это хорошим будет, конечно же, мы считаем, примером для всех наших работников, жителей микрорайона, которые вот своей успешной жизнью заслужили того, чтобы о них помнили, поздравляли их, ну и, конечно же, чествовали. А Ольгу Николаевну с юбилеем, здоровья и всего-всего самого-самого, что есть человеческое, мы ей желаем. С днем рождения! С днем рождения! Татьяна Чистова, Игорь Еремин, телекомпания «Лаба».